по состоянию на, значит, 10 часов утра, 12 часов дня, 15 часов, 17, 19, 30 участковой избирательной комиссии дозваниваются по телефону в соответствующей территориальной избирательной комиссии и передают сведения, следующие сведения: количество избирателей на избирательном участке на текущую дату и количество избирателей, которые проголосовало, то есть получили избирательный бюллетень. И эти сведения заносятся уже в территориальную избирательную комиссию, в комплекс ГАЗ-выборы, вычисляется процент по каждому участку, суммируются данные по всем участкам на данной территории, и эти сведения отсылаются в избирательную комиссию области, Белгородской области, и в центральную избирательную комиссию. В избирательной комиссии области эти сведения обобщаются и представляются в визуальном изображении, картографическая информация на панелях в информационном центре «Выборы 2015», которые могут смотреть все журналисты, средства массовой информации и наблюдатели могут с сведениями ознакомиться. В центральной избирательной комиссии эти сведения поступают на сайт интернет-портала избирательной комиссии области и публикуются уже в сети интернет на нашем сайте.